Здравствуйте, дорогие художники! И мы сегодня записываем вот этот вот домик акварели уже с объяснениями. 2 года назад мы записывали его без объяснений, но у нас было видео одно, в котором я объясняла полностью, как строить дом. Единственное, я не нашла те картинки, которые я рисовала в те видео. То есть сейчас у меня вот остались вот такие, не стала перерисовывать. И сложный дом здесь я показывать, наверное, не буду, потому что просили меня именно для детей. И дети от 8-9 лет, вот так вот, такого возраста, рисовали у меня домик вот такой вот простенький. Если вы хотите домик как вот с голубым фоном, там вообще была только голубая краска, ну, помимо желтых цветов, то тогда посмотрите видео, как строить дом, и там все я подробно объясняю. Сейчас мы будем делать вот такой простенький домик. Он может у вас находиться там с одной стороны или с другой стороны, смотря какую цветовую гамму вы выберете. То есть, например, вот эта цветовая гамма здесь есть красный, только совсем чуть-чуть, чтобы получить вот этот фиолетовый цвет, ну и красный немножечко в окошках. А в этом домике использовался красный, синий и желтый для окон. Как такового синего здесь это елки, а фон это уже такой красно-фиолетовый больше оттенок. То есть смешение этих цветов. Краски здесь я использую самые простые, самые обычные. Это вот этот вот мультик акварель. На самом деле в сочетании дает достаточно неплохие цвета. Самое главное, когда вы начинаете рисовать, подбирайте сначала на палитре оттенки, как они будут потом смешиваться. Вот чтобы получились красивые фиолетовые оттенки, нам нужно взять красный холодный цвет. Вот тут вот у меня я использую для акварельной палитры, мы ее называем колготочная бумажка. Это от колготок такая вот бумажка. Она глянцевая с одной стороны, и на ней краска не скатывается, лежит хорошо и виден тот естественный цвет, который у нас будет потом уже на бумаге использоваться. Вот это я сейчас взяла холодную красную. Если же вы возьмете теплую красную, то у вас замес уже будет чуть-чуть грязноватый. То есть холодная красная, вот синий у меня здесь вообще один в этой коробочке. То есть вы проверяете, вы берете синий, красный и проверяете, как эти два цвета будут у вас в смешении. То есть цвета достаточно чистые. Если же вы возьмете теплый красный, да, и синий, то при смешении цвет уже будет не совсем фиолетовый. Видите, он уже такой чуть-чуть грязноватый, коричневатый идет оттенок. То есть очень, очень значительно, скажем так, отличается от этого цвета. То есть перед тем, как рисовать, подберите себе два цвета, красный и синий. Так, чтобы они смешивались и получался красивый оттенок. Вот у меня, правда, сейчас такое ощущение, что вот здесь вот, или это было больше красного, именно фиолетовый, да, это, наверное, именно был фиолетовый, более темный. Или, может быть, даже я вот тут вот брала из какой-то другой коробки. Но я точно помню, что один из вариантов я рисовала вот этой акварелью. Сейчас этой акварелью попробую. Можно, конечно, взять какую-то профессиональную акварель, да, будет еще лучше. Вот желтый цвет нам нужен будет для окошек. Желтый, и вот как раз, чтобы окошки были у нас поярче, вот тут вот можно как раз добавить не холодную красную, а теплую красную. Вот тут вот с теплой красной оранжевый цвет будет чище у вас получаться. Если же вы будете делать с холодной красной, то есть вот опять этот же желтый, один единственный, который у меня есть, да, и вот этот вот холодный красный, то с ним цвет будет немножечко погрязнее. Он не то, что даже погрязнее, он похолодней. То есть он не такой чисто оранжевый, как вот это вот сочетание. Можно, конечно, брать оранжевый, да, вместо желтое место вот смешения, он, конечно, здесь может быть даже будет и почище, но это вы проверяете уже на своих красках. Значит, я не рисовала контуры домика, когда вот это все делала, то есть я сразу намечала окна и уже там двигалась, ну, как получится. Если вы
боитесь, да, то вы, конечно, отрисовываете, вы намечаете себе какую-то линию земли. Но вот очень-очень тонко, я сейчас даже буду, ну, чуть-чуть нажимать, наверное, посильнее, да, чтобы было видно. На самом деле старайтесь рисовать как можно тоньше. Дом посередине ставить нежелательно. Его лучше сдвинуть либо в одну сторону, либо в другую сторону от серединки. То есть даже вот начинать от центра нежелательно. То есть мы можем чуть-чуть, вот центр у нас здесь, да, мы можем немножечко съехать в эту сторону и сюда. То есть он у нас уже получится не посередине, потому что посередине считается неправильное положение дома. Решаем, где у нас будет верх. То есть на какой высоте, совсем под, вот, под край листа тоже нежелательно, иначе он будет упираться у нас. По-хорошему, вот вы сделаете какой-то квадратик, да, находите у него серединку этого квадратика, поднимаете вверх столько, сколько вам надо, да, и уже отправляете вот сюда за стеночки. Если получается слишком узкое, да, то наклоняете, делаете, например, чуть-чуть поменьше. Может быть, хотите, чтобы наклон вашего домика был чуть-чуть вот этой крыши, да, был чуть-чуть побольше. Дальше вы распределяете какие-то там окошки. То есть, например, там может быть круглое окошко, может быть какие-то тут квадратные. Всегда хорошо, когда в доме есть дверка, и лучше даже, когда эта дверка приоткрыта. Даже можно пошире взять дверь. Приоткрытая дверь всегда... Ну, такое желание зайти в глубину картины, то есть зайти в картину становится уже интереснее сама композиция у вас. Здесь можно даже не делать никакой перспективы, то есть вот, например, суживать дверь туда вовнутрь. Но сейчас вот у меня получилось, на самом деле, я вот опустила эту линию, смотрится не очень хорошо. Я все-таки сделаю дом повыше. Такой вот вариант. Может быть, даже здесь какое-то будет треугольное у вас окошко, да, то есть тут вот можно подумать вообще формы какие угодно сделать, может, вообще будут все окошки треугольные, может быть, одно окно будет какое-то большое. Вообще, когда вы рисуете несколько окон, лучше начинать, вот, например, на одном уровне, начинать сразу с большого такого окна, и потом уже это большое окно делить на маленькие окошки. Здесь вот я сделаю вообще целых три окошка. То есть я сначала взяла такой большой, да, прямоугольник, и потом его разделила на маленькие прямоугольнички. Может быть, какие-то длинные окошки вот бывают иногда, когда на первом этаже у нас как будто вход в коридор там какой-то, и там у нас небольшие тоже окна. Может быть, это уже комната будет. То есть вот что-то в этом роде, да, можно сделать, например, здесь потом будет вот как у Бабы-Яги такие штучки на ее домике. Я бы не стала бы рисовать никакие бы здесь дальше заборы и деревья, то есть оставила так, как есть. Единственное, что наметила бы луну или месяц, но не со стороны, где меньше места, а со стороны, где места побольше, то есть вот с этой стороны. Не на том же самом уровне, что край дома, либо пониже, либо повыше, или хотя бы чуть-чуть сместить. Ну, круг, если вы рисуете луну, то просто кружочек, а вот с месяцем всегда у всех проблемы. Обычно месяцы смотрятся как буквы S. Они не совсем буквы S, потому что вот так вот иногда рисуют, вот так вот месяц, да, но такой месяц не должен быть. То есть вы можете нарисовать сначала круглую луну, а потом из нее просто вот так вот вырезать кусочек, и тогда ваш месяц будет уже более естественный по форме. Сейчас я стирать ничего не буду, я это лучше сотру потом, когда уже начну делать вот наши окна, их закрашу, они у меня подсохнут, можно феном даже будет посушить, и лучше потом я сотру все вот эти вот лишние линии. Мы рисуем окна самой маленькой кисточкой, какая у вас есть, ну, чтобы они были поаккуратнее. Но это может быть, вот у меня нулевой номер, там это единичка, двоечка, я пользуюсь колонком или белкой можно, но я больше люблю колонок, из-под маркера палец испачкан. Я люблю больше колонок, он более упругий. То есть вот, например, для окон может быть кисточка поменьше, для всего остального может быть кисточка побольше. Это уже на самом деле как вам удобнее. И одна вот эта у меня белка, и одна кисточка большая. Нам нужна будет, чтобы намочить все вокруг и сделать вот эту вот первую основную заливку. То есть полностью вот весь фон, кроме луны и окошек, будет заливаться вот какими-то разными оттенками. И здесь уже что получится, то и получится. То есть
есть это все уже как вот высохнет, как вы положите отдельные оттенки, и они могут быть настолько разнообразны, по-разному у всех смотреться. То есть вот такая большая нужна будет только, чтобы намочить. На самом деле ей можно обойтись, можно и маленькой мочить, просто это, ну, дольше времени будет. И для окошек вот я возьму сейчас желтую, может быть, даже оранжевую. Обратите внимание, очень хорошо, если в окошках у вас будут оставаться просветы именно белые, то есть не чтобы потом добавлять гуашь, а чтобы это оставался именно лист, потому что в акварели считается более профессионально, когда мы не используем гуашь вообще. Но в этой работе гуашь мы тут никак вот так вот не обойдем, да, чтобы оставить вот так вот на елках вот эти вот белые просветы. То есть мы гуашь здесь будем использовать именно для, как снег, да, вот положите на дом, на елки, на вот эти сугробы, но вот в окошечках можно постараться чуть-чуть оставить просветов. То же самое, кстати говоря, даже в луне. Видите, такие небольшие полосочки в этой луне желтой, белого. И желтый будет смотреться намного ярче, если в нем внутри будут белые вот эти вот просветы. Я палитру уже помыла, значит, я беру желтый цвет. Вообще, всегда, когда вы рисуете акварелью, старайтесь краску брать непосредственно не из вот самих кюветиков, а с палитры. То есть вы ее кладете на палитру, чуть-чуть разбавляете с водичкой. У меня вот вода не умещается в катер, то есть я капельку беру вот так вот прямо, окунаю кисточку в воду и немножечко развожу. И начинаю закрашивать все очень аккуратно. Кисточку лучше стараться держать вертикальнее, то есть вот вообще вот так даже ее поставить. Но я сейчас не буду, чтобы наклон не мешать наклону. И вот смотрите, я как бы обвожу свое окошечко и потом такими как бы полосочками чуть-чуть его закрашиваю, но оставляю просветы белые. Вот сейчас оно у меня узковато, я, наверное, все-таки вот его чуть-чуть расширю. Вот карандаш я там уже могу не стереть. Сейчас возьму рыжий, оранжевый. Вот сразу не положила его. И вот пока у меня окошечко не высохло, я могу чуть-чуть добавить в него оранжевого. Как его добавлять? Это вы уже на самом деле смотрите сами. Вы можете его добавить, как будто сверху какая-то шторка. То есть это даст как бы определенного тепла в картине, в окошках. И окошки станут немножечко у нас поинтереснее, поживее. И вот таким образом я прорисовываю все окна. То есть обвожу, оставляю какие-то внутри полоски, может быть, даже не только внутри, да, какое-то пятнышко остается. И пока не высыхает, я не жду, да, я не закрашиваю все окна, а потом везде прохожу рыжим, а делаю каждое отдельное окно отдельно, то есть чтобы не успел желтый цвет у меня высохнуть, просохнуть. Так, ну вот я закрасила окна, я закрасила месяц, оставила в нем тоже такие вот просветы. И теперь это надо посушить феном, чтобы высохло, чтобы стереть вот это вот все между окошками. Но домик вы можете как бы оставлять, конечно, но вот эту вот тут карандаш лучше бы, конечно, подтереть. Вот я подсушила феном, у меня все высохло, теперь я могу спокойно пройтись через вот все эти даже окошки, то есть все лишнее стереть, но даже если там у вас чуть-чуть карандашик останется, то я думаю, что ничего такого страшного не будет. Ну, контуры вы можете, конечно, себе оставить, но тоже постарайтесь их сделать настолько тонкими, чтобы они особенно не лезли никуда, не вылезали, то есть вдруг потом что-то чуть-чуть измените. Так, и начинаем уже фон. Значит, сначала надо все смочить. Естественно, не нужно мочить вокруг окон. И вот здесь вот, то есть, например, я мочу, я чуть-чуть как бы оставляю вот белое вокруг месяца и домик. Но так, чтобы у меня небо чуть-чуть зашло на дом. То есть немножечко, скажем так, я дойду до окошек, но не вплотную. И внизу.
Вот все-все, прямо кисточка, я смачиваю. Достаточно, скажем так, обильно, но чтобы лужа не стояла. Бумага у меня акварельная. Если у вас лишняя вода, вы вот такими отжимающими движениями убираете ее в баночку. И чтобы очень много было, ну, здесь наоборот надо добавить. Если вы работаете на склейке, вот склейки это когда листик приклеен со всех сторон, то он вот так вот подниматься не будет. Вот у меня он с одной стороны приклеен. Это бумага рыбачка акварельная, самая обычная, которая гузнаковская, она везде продается, в принципе. Она такая, скажем, своего рода универсальная. Вот, и мы начинаем делать фон. Вот единственное, что я убрала, стерла эти свои замесы. Сейчас, возможно, что когда их смешаю, у меня уже чуть-чуть подсохнет. То есть у меня получается, что тут вот вы как хотите, да, можно делать вообще все одним синим цветом, вот как видео, где у меня синий домик, там вообще все практически синим цветом было сделано. То есть вы намешаете чуть-чуть, вот как бы добавляете побольше. Почему нельзя брать из самой вот этой вот, из кюветиков? Потому что вы можете взять чуть больше, чем нужно вам брать. И будет слишком темно. Акварель считается хорошей в том случае, если она прозрачная. То есть если она у вас будет очень такая темная, я пока накладывала, у меня подсохло. То есть, если она у вас очень темная, она уже считается менее профессиональная. Вот. И дальше вы можете этой же кисточкой, можете на самом деле и большой кисточкой, это уже как удобнее. Мы начинаем, вот, например, такими вот можно длинными движениями, мы создаем небо. Причем вот сначала я взяла чистый вот этот вот красный, вот сейчас у меня уже даже пошел в синий. Вы немножечко мешаете какие-то оттенки и вот прямо не боитесь, и вот так вот даже заходите где-то на домик. Единственное, что вот в этом месте, где у нас луна, вот мы сначала начинаем с него, вот тут мы аккуратненько обводим, вот пока у нас не успело подсохнуть, очень-очень аккуратно обводим наш месяц, чтобы остался небольшой белый просвет, не очень толстый, да, такой небольшой. Потому что, опять же таки, месяц или луна, они будут ярче смотреться. И вот смешивая, вот добавляя по чуть-чуть разных, например, оттенков, акварель скопировать очень сложно, да, то есть это такая техника, особенно по мокрому, да, мы сейчас по мокрому работаем, что тут иной раз неизвестно, как поведут себя краски, да, как они потекут, куда они пойдут. Это, знаете, это вот профессионалы совсем-совсем, да, кто работает с акварелью постоянно, они уже чувствуют, да, особенно они знают бумагу свою, что и как у них пойдет. Значит, еще одно такое есть правило в тональной, вот, например, по тональной перспективе, что сверху желательно делать чуть-чуть темнее, снизу посветлее. То есть вот сверху не бойтесь особенно утемнять. Если у вас получается какой-то вот такой проблеск интересный, там, как будто это какое-то облачко, оставляйте его, то есть не надо все закрашивать полностью. Вот у меня начинает подсыхать, потому что я много говорю и работаю из-за этого медленнее чуть-чуть. То есть нужно, чтобы здесь ничего особенно, ну, то есть все время делаете по-мокрому. Причем вот эти вот моменты мы тоже чуть-чуть вот так вот растягиваем до окошка, чтобы здесь не оставалось никаких у нас сухих резких границ. То есть чтобы все было плавно. Там какую-то еще тучку. Вот не забывайте, если с одной стороны дома, то хорошо бы ее пропустить с другой стороны дома. Можно немножко там фиолетового какого-то намешать и добавить еще каких-то немножечко как будто тучек. Но это уже, да, по желанию. То есть можно тут уже начинать подсыхать. Я такими чуть-чуть дерганными движениями, то есть рука немножко дергается. Такие как будто бы перистые облака. Как это все высохнет? Это может высохнуть и вообще практически потеряться. Тоже если я делаю до луны, я и продолжаю после луны. Можно в таком направлении делать облака. Я вот сейчас уже начинаю много двигать, и у меня уже
теряются оттенки, потому что показывают то в одном направлении, то в другом направлении. На самом деле, чем меньше вы будете возюкать, да, по работе, тем будет лучше. Вот единственное, еще есть такой один прием, когда вы отмываете кисточку, тоже ее вот так вот отжимаете, то есть воду снимаете с нее, и пока не высохло, вы вот чуть-чуть вот так вот снимаете, например, как будто облачко. Я сейчас опять отмываю, опять вот снимаю именно рукой, потому что тряпка так не снимет у вас. Вот рука, вот если с рукой вы снимете эту каплю, то есть я обычно даже работаю, что у меня тряпка лежит, да, рядышком, но рукой я все равно отжимаю кисточку. То есть можно за счет сухой кисти сделать тоже какие-то там облачка. К низу, вот здесь вот уже к линии горизонта, можно чуть-чуть подтемнить, как будто бы дать эффект какого-то дальнего плана. Сейчас я возьму опять синюю с красным. Фиолетовая сейчас достаточно темно взяла. У меня уже тоже, кстати, подсыхает здесь. И вот я положила сейчас внизу вот этот вот фиолетовый оттенок и чуть-чуть его вот так вот могу растянуть кверху, тоже чуть, вот знаете, вот все время немножечко трясущимися руками. Тогда получается не очень естественно, вернее, более естественно, а не так ровно, как вот когда мы рисуем. Вообще вот здесь вот можно даже тоже это все списать, потому что это все у нас потом уже в домик пойдет. Домик у нас будет чуть-чуть темнее. Вот по низу можно добавить немножко темнее, потому что если мы хотим создать какой-то эффект дали, да, то низ у нас обычно там в глубине леса что-то должно быть потемнее. И то же самое с этой стороны. Вот с одной стороны, сейчас у меня хорошо, у меня практически уже вот тут высохло и не перетекает. Единственное, что это тоже не совсем хорошо, потому что все-таки это у нас вдалеке, то есть у нас здесь границы резкой не должно очень быть. Поэтому я все равно сейчас немножечко размыла. Уже кладу какими-то вот точечными какими-то движениями. Прокручивая кисточку, опять немножко утемняю внизу. Акварель, она поэтапная, то есть вот тут, если это более такая, да, профессиональная работа, я сейчас вообще рисую кверх ногами, я особенно не вижу, да, что у меня так вот, не совсем я вижу сейчас то, что получается. То есть подсыхает немного, да, мы видим, что начинает светлеть. Если хотим добавлять, то мы добавляем. Именно вот пока оно еще не успело полностью у нас высохнуть. Так, вот здесь тоже чуть-чуть размою, да, окошко. Вот там, где у нас дверь, тут у нас дорога. Это тоже по композиции очень важно, потому что если у нас есть какой-то дом, какой-то вход в картину, какая-то калиточка где-то, то желательно к ней сделать дорожку. И вот на эту дорогу я положу... Ой, сейчас взяла теплое, я все равно сейчас холодным пройдусь. То есть я положу сюда вот сначала розового, как бы освещенность, да, вот от дороги. То есть, чтобы сначала было светленькое. И уже туда вот к низу можно чуть-чуть дорожку утемнить. В принципе, здесь можно вот дорогу сделать одним оттенком, а вот это сделать другим, например, голубым. Можно все залить одним цветом. То есть первая вот эта заливка, она такая очень должна быть у вас нежная, очень легкая. Вот опять же таки, вот как небо наверху можно утемнить, а вдаль его вот туда к линии горизонта высветлить, также и ближний план. То есть вот здесь вот спереди можно его чуточку утемнить, а туда вот дальше к линии уже дальнего плана высветлить. Если вы перетемнили, точно таким же у меня вообще вот уехало. Это все то же самое, отжимаем кисточку и чуть-чуть забираем краску. На самом деле у меня сейчас эта кисть очень хорошая, я ее люблю, мне даже жалко ей делать вот это вот, потому что вот такие лучшие вещи брать кисть похуже. Если у вас скопилось где-то большое количество воды, тоже обязательно снимайте, потому что большое количество воды, потом высохнет вода и краска будет по краям этой, как бы этого пятна, этой лужицы. Так, вот в принципе сейчас можно это все оставить, вернее не оставить, а посушить феном и уже начать работать дальше. Или же оставить, чтобы это высохло и потом работать по сухому.
Я подсушила феном, у меня лист чуть-чуть свернулся. Я его выравниваю о край стола, резко как бы вот прохожу по границе стола, по краю стола. Я в каком-то из видео показывала. Сейчас просто надо камеру снимать, передвигать, это у нас целое дело. Вот, поэтому, если даже вы, у вас так не получится, можно утюгом прогладить, потому что надо лист вот так вот заворачивается, и работать уже потом очень тяжело. Значит, дальше мы начинаем с домика. Какого он у вас будет цвета, тоже выбирайте сами. Единственное, что вот в этой картине, да, вот что значит какого цвета? Из того, что у нас есть, да, из тех, скажем так, двух цветов, которыми мы работаем. Если вы будете сюда добавлять еще и еще, еще другие оттенки, особенно для новичка, может получиться грязь немножко. Мне интересно, что это у меня тут черный цвет. Поэтому мы берем его синим или фиолетовым, да, или там, ну, можем чуть-чуть там черного, да, добавить какого-то там, чтобы просто приглушить цвет, да, но лучше вот прямо большое-большое количество оттенков не использовать. То есть выбрали два, да, каких-то цвета, из этих двух цветов посмотрите, какая достаточно интересная цветовая уже гамма получается. Ну, я сейчас, наверное, тоже возьму с фиолетовым, чтобы все было так гармонично. То есть это я намешаю... Вот какой-то фиолетовый оттенок, да, может быть, он более темный, или он будет у нас более светлый, то есть более такой сиреневый, если будет больше у нас красного. И начинаем очень аккуратно сейчас разукрашивать наш домик. То есть мы прямо вот берем по нашу крышу и начинаем вот так вот постепенно, оставляя около наших окон просветы, вот такие беленькие, вот это лучше уже оставить, а не, ну, не потом гуашь не добавлять. Прямо вот аккуратно начинаем заливать. Причем обратите внимание, я не обвожу его полностью, да, а потом начинаю заливать. Я делаю все постепенно. То есть я провожу полоску, да, и сразу эту полоску я стараюсь списать. То есть чтобы она у меня не осталась потом. Если я обведу весь дом и потом начну размывать краску, то у меня обводка моего дома останется. То есть все это нужно делать постепенно, вот так вот очень аккуратно. Следить вообще даже, чтобы вот тут вот в каких-то местах что-то не высыхало. Единственное, что рыбачка, она в принципе позволяет вернуться. Вот я сейчас, да, возвращаюсь немножечко размыть. Какие-то бумаги высыхают очень быстро, на них краска высыхает, и уже потом вернуться и размыть практически не получается. То есть это все зависит от вашей бумаги. Поэтому работаете постепенно, не бегаете вот то тут закрасил, то здесь закрасил, то есть все вот так вот аккуратненько оставляю какие-то, да, границы менее, скажем так, заметные и не очень ответственные, и вот дальше закрашиваем наш домик. Я все время в палитре придерживаю, чтобы у меня вот здесь вот было достаточно жидко. То есть по сухому тереть кисточку не надо. У вас должна быть вот здесь вот небольшая всегда чуть-чуть лужица. Да, не огромная лужа. И не привыкайте растягивать свои краски на всю палитру, потому что еще неизвестно, какие вы потом возьмете. И вот сейчас тоже, вот например, сухие, да, места вот у меня нужно списать. То есть я отмываю кисточку, а краешек снимаю немножко воду, или можно тряпочку снять. Вот здесь вот даже вот нужно чувствовать, потому что если слишком много воды, вот сейчас у меня слишком много воды, то можно немножко снять либо об тряпку, либо в руку. И аккуратно вот водой, уже с помощью воды, сейчас опять отмыла немножко, вот туда войти. Но все равно здесь вот, возможно, уже будет такое пятнышко. Лучше лишний раз не тереть. И еще, я не могу сейчас работать вот так вот вертикальной кистью, иначе я буду закрывать вам весь вид. Поэтому моя кисть чуть-чуть наклонена. Вы же лучше работаете вертикально. То есть вот, если вы хотите тонкие, аккуратные линии, то кисточку нужно вывернуть вот прямо вот так вот, абсолютно вертикально. Тогда у вас будут линии более ровные. Потому что когда кисточка идет в наклоне, она делает вот этот, вот у меня сейчас в наклоне, и она работает не совсем идеально ровно. То есть
это нужно очень большое, да, вот умение вести ее так, чтобы она аккуратно разукрашивала нам. Да, в принципе, у нас вот эта заливка, скажем так, дома готова. Вот можно здесь выпустить. Все время водичку чуть-чуть добавляю в краску, то есть, чтобы у меня вот был именно... Причем набираю, посмотрите, тоже кисточку, я набираю ее вот так вот лежа и чуть прокручиваю, чтобы кончик собрать вот так вот в одну ниточку, скажем так. Можно здесь сразу сделать, вот мне нравится просто вот эта галочка такая. Сверху у нас будет лежать снег на крыше, а вот под крышей обычно бывает тень. Но я ее сейчас сделаю не в самый низ, а чуть-чуть немножечко отступлю. То есть как будто это у меня еще деревяшка какая-то крыша. И дальше вот уже вот эта вот тень. То есть я провожу вот эту полоску сильно. Я ее не хочу оставлять, чтобы она так сильная была. Поэтому я опять отмываю кисточку. Чуть-чуть снимаю водичку лишнюю. Тут надо чувствовать вот эти моменты, где надо немножко снимать. И немножко размываю. Кстати говоря, не очень хорошо легло. Даже я, наверное, сейчас вот таким образом поступлю. То есть не просто размою, а дам эффект каких-то деревяшечек, как будто они из дерева сделаны. И пока еще вот влажное сейчас у меня, так что не очень хорошо получилось размытие. И сейчас пока еще чуть-чуть влажное, немножко добавлю еще темного. Сейчас я взяла слишком сильный темный цвет на самом деле. Как бы не очень хорошо. Акварель всегда надо стараться более легко брать. Как считать, что если с одной стороны не получается, так оно и пойдет дальше. Так, и дальше. Ну вот можно, здесь у нас будет потом снег, мы там тени какие-то положим на них, в принципе, вот под окна. Можно уже приступать, скажем так, к заборчику, или у вас там вдалеке будут какие-то елки. Но я, наверное, все елки нарисую впереди. Хотя это не обязательно. Можно, кстати говоря, давайте одну сделаем вдалеке. Здесь видна палитра у меня? То есть... Чуть-чуть. Сейчас вот сюда сдвину. Сейчас возьму синий с капелькой, чтобы не совсем синий был. Потому что синий, он будет немножко посветлее, чем фиолетовый оттенок. И вот там вот у меня будет, можно, конечно, какую-то вот оставить калиточку, тоже вот я все время еще люблю, но тогда надо было бы здесь дорогу делать, если здесь была бы калитка, нужно было бы дорожку делать. То есть елочки на дальнем плане. Можно их рисовать белилами, а потом добавлять темное. Мы сейчас рисовать будем именно цветом, а потом уже добавлять белила. Цвет очень разбавленный, то есть такой очень-очень водянистый, он не густой, не темный ни в коем случае, потому что если вдалеке у вас будет темное, оно полезет вперед. То есть оно должно быть очень аккуратное. Значит, по рисованию елок. На самом деле, очень елка, ничего сложного в ней нет. Вот в такой елке, которую я сейчас буду показывать. То есть мы наметили какой-то стволик. Делаем сверху постепенно, сразу вот не рисуем вот эти вот ветки. То есть наметили первые две веточки и аккуратненько к ним вот так вот такими штришочками добавили иголочек. Следующую линию опять, вот видите, туда-сюда чуть-чуть. Ну вот здесь вот можете, если у вас совсем маленькая, да, можете взять кисточку поменьше. То есть я наделаю какое-то направление, причем это направление я могу сделать не совсем, чтобы она симметричная, да, одинаковая была, видите, немножечко сломать под углом. И беру от широких, вот ближе к стволу у меня более длинные иголки, подальше у меня более короткие иголки. Когда я рисую такие елки, я даже не намечаю вот эту вот линию, да, то есть я уже рисую просто вот такими штришочками. То есть мне уже намечать не надо, мне даже так, ну, как бы удобнее, потому что у меня нет никаких лишних. Вот это я затемнила, захватила много. Но к низу пусть будет. То есть я, получается, делаю вот такими пятнами. Можно немножечко, вот если здесь вот у меня утемнилось, можно немножко еще снизу добавить темных. Вообще, это такая картинка, да, она не только для детей, это совсем не для детей на самом деле, то есть дети справляются, я с ними работаю, да, вот с такой акварелью.
Но это вот это уже приемы как бы рисования более профессионального, да, такого не совсем детского. Но у детей елка, может быть, будет не такая как бы естественная, да, но все равно будет получаться. И если вы вообще увлекаетесь акварелью, то вот это как раз такой более серьезный подход. То есть можете там наметить еще какие-то вдалеке, может быть, одна какая-то будет у вас розоватая немножко елка. Это уже тот. То есть чем дальше, единственное, что чем дальше, мы делаем светлее. То есть если мы хотим еще там где-то вдалеке показать какие-то елки. Причем тоже особенно не вырисовывая, да, вот тут вот как пойдет, как получится. Ну и в принципе я, наверное, больше не буду рисовать там. И теперь забор. Проще простого, вообще ничего даже проще, мне кажется, быть не может. То есть начинаем делать такие палочки. Лучше всего сверху вниз, просто я рисую кверх ногами. Здесь лучше сверху вниз. На любом расстоянии, вот здесь рано начала, еще елка не подсохла, потом уже доведу. И если вы хотите увести их туда вдаль, то тоже вот у края мы их делаем чуть-чуть светлее. То есть берем побольше воды и уже уводим совсем такими светленькими. Какой-то одной перегородочкой, двумя перегородочками, это уже тоже как вот захочется, можно прямо от дома. Вот все время детям говорю, не делайте решетку, и сама сейчас сделала решетку. То есть получилось как бы очень с двух, ну, разделила почти прямоугольники. То есть лучше всего, чтобы у вас вот это вот, либо она одна была, да, полосочка, либо две, но поближе друг к дружке, слишком вот это вот у меня далеко. Вот тут я потом утемню на самом деле этот забор. Сейчас я не буду его темнить, иначе он поплывет у меня с елками. Намечу его здесь. Даже вот я начинаю рисовать, у меня здесь было больше краски, там у меня уже меньше краски. Точно так же и когда мы делаем вот эту вот перегородку, у нас сначала здесь больше краски бывает, потом меньше. И она уже само по себе получается здесь иной раз потемнее, там посветлей. Тоже не старайтесь отрисовывать вот в таких вот композициях, там прямо уж очень-очень аккуратно, будет менее даже интересно смотреться. То есть даже интереснее будет, если сейчас я чуть-чуть здесь сразу подтемню немножко, а туда вот уже уведу на нет. Будет интереснее смотреть, потому что такой домик у нас тоже как бы не городской, да, соответственно и забор такой весь. И вот на переднем плане нам надо еще показать сугробы, чтобы отделить нашу дорогу. То есть у нас наша дорожка такая. Ну, вот это у меня работа была, это мы рисовали с детьми, я просто на ней показывала ее, делала при ребятах. Вот поэтому здесь у меня все так очень статично, все очень тут правильно. То есть такая дорога ровная абсолютно. То есть вот эти холмики, это своего рода такие закругленные чуть-чуть линии. То есть немножечко поднимаются. Причем сначала они были более светлые, вот если вам заметно, видите здесь. А потом они уже чуть-чуть добавляются более темными. Причем акцентируются не в периферии, не где-то вдалеке, а именно на переднем плане более темные. Потому что если мы сейчас сделаем слишком большую контрастность на дальнем плане, у нас дальний план вылезет. Нам не нужно, чтобы этот дальний план у нас там вылезал. Значит, тоже вы выбираете любой оттенок. И вот здесь вот чуть-чуть прикладывая кисточку вот такими вот движениями, начинаете намечать вот здесь вот эти сугробики. То есть немножечко закругленными. Кстати говоря, вот с этой стороны даже удобнее они делаются. Если вот отсюда, то есть вы вот так вот кисточкой. Кто-то мне написал как-то в комментарии, что очень раздражает, что я делаю кверх ногами, но вот я все время практически преподаю, так что передо мной сидят ученики, там взрослые, маленькие, и если я буду рисовать рядом, я своей рукой больше даже закрываю, так я, по крайней мере, меньше закрываю. Значит, вот это вот сугробы, тех, которых уже достаточно, тоже у меня сейчас такая дорога слишком ровная, да, ее можно немножечко... Вот это уже по-сухому, сейчас нам по-сухому не надо так вот совсем, чтобы было по-сухому. И можно немножечко там подвинуть куда-то за счет сугроба. Но надо помнить, что тут вот она должна быть поменьше, да, у основания как бы вдалеке, а к нам она должна быть пошире немножко. Так, и вот чуть-чуть сейчас добавлю. Сейчас уже подсыхает, то есть можно здесь не дожидаться, когда высохнет, да, окончательно, то есть уже если будет ложиться,
не будет расплываться, можно добавить еще вот тут вот на переднем плане немножечко потемнее. Но не темный, да, не черный ни в коем случае. То есть все время в воду, все время смотрим, чтобы у нас в палитре была вода. Если очень резкие границы, с водичкой чуть-чуть вот так вот растягиваем. Здесь потом добавится снег гуашью, и все будет совсем хорошо. Вот сейчас уже забор у меня подсох, можно вот тут вот сделать забор чуть-чуть поконтрастнее и, в принципе, начинать делать елки. Если у вас картина большая, то, конечно, у забора еще можно сделать тень, проложить там внизу, как бы с одной, с какой-то стороны у вот этих вот решеточек, дощечек у этих, да, то есть если они широкие, то с одной, с какой-то стороны сделать их чуть-чуть, там вот, например, сейчас вот у меня прокладывается так очень тонко, да, как будто бы тень, ну вот, то есть можно так даже, да, вот поработать. То есть над такими, над деталями совсем. Ну вот еще, кстати, дверь можно тоже сделать. Сейчас возьму чуть-чуть желтенького вот сюда, как будто немножечко тут просвет. Дверь тоже, она у нас открыта к свету, да, значит, она с этой стороны должна у нас быть посветлее, здесь чуть-чуть потемнее. Можно, в принципе, начать со светлого, но я вот уже взяла синий. То есть я ее аккуратненько обвожу. Здесь я вот тоже, это я как бы положила этот желтый, но я его прикрыла, чтобы как бы небольшой просвет у меня оставался. Здесь я сейчас беру потемнее цвет, и вот туда уже ближе к свету я его чуть-чуть размою. Тоже рисую немножечко такими полосочками, как будто она у меня деревянная. Я, наверное, очень сделала резкий вот этот вот эту грань. Я ее уберу сейчас, что у меня по перспективе нехорошо это получается. И вот сюда можно к синему добавить желтый, еще получится оттенок зеленый. То есть, в принципе, мы, да, работаем тремя цветами. То есть смешивать какие-то другие краски не нужно. К тому же, если мы работаем детской акварелью, тут лучше, чем меньше мы смешиваем, тем лучше. Потому что при большом количестве смешения акварельных красок очень часто получается грязь в работах. Можно, на самом деле, если очень хочется, вот, например, у меня сейчас такой более фиолетовый цвет, можно в окошках сделать перегородочки, то есть очень-очень аккуратненько кончиком кисточки наметить перегородки. Я не очень их люблю делать посередине, то есть совсем посередине, немножечко кверху по, как бы расстояние поменьше, снизу расстояние побольше. Можете делать вот в такие, да, можете полностью пересекать или просто напополам. То есть и перегородочки, и вот здесь вот можно вот совсем кончиком. Сейчас я держу кисточку вертикально практически. То есть, чтобы она совсем-совсем у меня тоненько рисовала. Причем обводить идеально ровно не нужно. То, вернее, не то, что идеально ровно, видите, то есть везде полностью. Можно какие-то моменты даже пропускать. То есть, где-то делать чуть-чуть по насыщеннее, по толще линию, да, где-то ее практически терять. Такой, например, да, вариант. То есть, это такая вот очень тонкая работа. Руки трясутся у всех и у художников. Сейчас тоже рука трясется. Я обвожу, и где-то вот какие-то акценты можно немножечко сделать. Для обводки взяла, в принципе, тот же оттенок, да, которым и рисовала сам домик. У меня, конечно, вот эта кисть, она шикарная, я ее очень люблю. В последнее время что-то я ее не встречаю в магазинах. Они, на самом деле, вот эти кисти одни из, ну, скажем так, самых дорогих. Это Рафаэль фирма. Но вот действительно, одна такая кисть заменит, наверное, десяток наших кистей колонковых, потому что она очень долго держит свою форму, если за ней правильно как бы следить, да, беречь ее. То есть, наши кисти быстрее форму теряют. Это хоть и стоит, скажем так, раза в 3-4 дороже обычной кисточки, но форму держит очень долго. Так, в принципе, вот, а тут еще окошечко верхнее осталось. Они пропали, эти кисти, как подорожал доллар, вот,
когда у нас это было, несколько лет назад, да, у нас случилось сильное подорожание. Я не помню уже, потому что вот как у нас что этот вот и кризис начался. Ну да, вот он когда взлетел у нас, доллар там 26 сколько-то он сначала был, потом он полетел. И вот эти кисточки пропали. Французские, Франц написано. Так, сейчас отвлеклась, да? Так, ну я пока все обводила, болтала. Значит, сейчас рисую елки. Сейчас возьму синий. Сейчас уже беру потемнее цвет, потому что елки у меня сейчас будут на переднем плане. Тоже сейчас начну с фиолетовых, а потом уже дам им чуть-чуть теней. Вот если вы обратите внимание, видите, там основа такая более легкая, а потом еще наложен более темный цвет, то есть вниз. То есть если вдруг темно замесили, вы всегда это можете разбавить с водой. И начинаю сейчас отрисовывать елки. Вот у меня будет, например, одна вот здесь, вот уже поближе. То есть все точно так же, только она шире по стволу и будет у меня повыше. Единственное, что когда мы рисуем уже ближе к нам, то смотрите, вот тут уже можно наверху создать ей немножечко вот эту вот верхушку более правильную. То есть что происходит? Сейчас я вот здесь вот еще одну подрисую. То есть сначала веточки, они вот эти вот, макушка, она стремится вверх точечными такими движениями, да, потом чуть-чуть я ее вот так вот опускаю уже, то есть веточки начинают вырастать, становятся чуть-чуть тяжелее и начинают постепенно опускаться. И чем они становятся больше, да, они опускаются у нас все больше и больше. То есть становится все крупнее и больше, вот начинается вот этот вот наклон. То есть в принципе вначале это такая своего рода снежинка получается. Ну, дальше вы тоже вот лучше рисуйте от какой-то линии, да, то есть вы делаете какую-то линию, и потом от нее делаете штришочки. Какая-то вот, может быть, ветка смотрит на вас, это уже на передней, да, вот на вас находит. То есть если вы все сделаете впереди прямо вот так вот с двух сторон, вдалеке-то это еще можно, то спереди будет не очень хорошо. Поэтому мы рисуем прямо какую-то веточку вот практически на фоне вот этого ствола, да, и тоже ее чуть-чуть отштриховываем. У меня сейчас такое ощущение, что я взяла много очень краски. Потом, если я вижу, что у меня какая-то дырка образовалась, да, ну вот хочется, во-первых, вот сюда добавить, мне не нужно соединять вот с этой вот линией, то есть я чуть-чуть отступаю вот здесь вот, то есть вы можете, да, себе направление показать, и делаю вот с таким вот просветом, то есть это, во-первых, это зимой, это снег будет лежать, если это лето, это может быть бликовка, все что угодно, и таким образом ваши елки будут смотреться более естественно, нежели вы соедините все вот эти вот лапы друг с другом. Мы, кстати говоря, записали еще 20 разных вариантов елок к Новому году. Но там я рисую маркерами. То есть вот вообще как угодно можно рисовать их. И там несколько вариантов, кстати говоря, они относятся именно к такому более профессиональному рисованию. Но я их все равно стилизовала под такую как бы новогоднюю открытку, скажем так. Я вот вообще сейчас особенно не вырисовываю, да, вот просто вот такими движениями. Но вы продолжаете делать вот это направление и делать штрих. Можете, конечно, попробовать, вот если вы взрослый человек, да, потому что у детей-то вот эти елки вряд ли так получатся. Вот им все-таки проще вот какого-то основания. Если вы взрослый человек, можете попробовать также пятно. Вот здесь вот у меня сразу вижу очень темно. Отжимаю с кисточки и немножко забираю лишнего. Перетемнило здесь на самом деле. Здесь уже даже тень не надо добавлять. То есть даже снимать можно чуть-чуть сверху, чтобы снизу там оставалось немножко потемнее. Сверху немного снимать. Здесь вот будет сейчас каша, здесь тоже никакую темноту уже не буду добавлять. Здесь за счет снега выделю вот эту елку, потому что там вот эта вторая елка вообще потерялась. Да, я вот ее показывала, и в принципе можно было ее и не рисовать. Так, ну вот если здесь две елки, то сюда лучше одну елку, или, в принципе, давайте для разнообразия нарисуем дерево, да, чтобы у нас было какое-то еще дерево.
Значит, вот если мы елку рисуем сверху вниз, то есть ствол мы рисуем снизу вверх лучше всего, да, а елку сверху вниз, то вот дерево мы рисуем, как оно растет. То есть сначала мы рисуем его ствол, причем куда-нибудь уводим. Обратите внимание, я сначала нажимаю на кисточку, где у меня ствол, да, а потом я ее веду, постепенно приподнимаю, разворачиваю и вывожу уже на тонкую веточку. То есть это чтобы все получалось сразу и быстро. То есть сначала у нас толстая, да, а потом у нас уже выходит на тоненькое. Всегда деревья. Вообще все надо рисовать так, как оно растет, так, как оно существует. То есть если оно у нас растет снизу, да, значит мы его снизу вверх и рисуем. Наше дерево стоит перед домом. Я вот так вот даже чуточку расширяю ему корни. Поэтому совершенно спокойно могу вообще этим деревом всем залезть на дом. Вообще могу закрыть весь дом этим деревом. Вот, и вот постепенно добавляя краску, причем помните, что вы не вот так ее берете, не на кончик, а вы кладете кисточку и прокручиваете ее, чтобы у вас кончик был тоненький. И кладете зачем? Чтобы кисточка вся напоилась краской, чтобы в кисточке во всей была краска. И когда вы уже работаете, то она вам будет постепенно эту краску отдавать. Так, вот здесь тоже чуть нажать. И вот смотрите, я сначала, значит, провожу и вывожу на ветки. И каждую следующую ветку я рисую от предыдущей. То есть я не подрисовываю вот так вот, да, как попало. Иначе у меня тут везде все это будет непонятно вот какими-то такими полосками. То есть это на самом деле очень несложно. И как ни странно, лучше всего, вообще удобнее всего как раз рисовать дерево так, как я его сейчас рисую, то есть кверх ногами. Поэтому вы, даже если рисуете дерево, вот не бойтесь, разверните, попробуйте развернуть лист кверх ногами и попробовать вот тоже вот выводить вот так вот. То есть движение сверху вниз, они удобнее, чем снизу вверх. Ну, вот этих веток здесь можно делать очень-очень много. К тому же зима – это в основном ветки, да, тут никакой кроны нет. И мы вот так вот их сюда выводим. Я, правда, сейчас, я там тоже потом мы положим снег на них. Сейчас я пока порисую их. Что касается еще деревьев. Вот если мы рисуем дерево такое достаточно близко, конкретно для нас, да, такое большое, то в нем вообще хорошо даже вот показывать дальние ветки, да, то есть объем. Но это может быть и даже вот на таком, на маленьком. То есть объем, когда появляется объем у дерева. Когда мы, например, сначала рисуем очень тонким, таким светлым цветом, да, а потом мы начинаем подрисовывать более темные ветки. И получается, что более дальние, более светлые ветки у нас уходят на дальний план, а более темные выходят вперед. Я сейчас еще добавляю, чтобы чуть-чуть вот показать эту разницу. Сейчас даже фиолетового немножко добавлю, потому что фиолетовый он становится сам по себе темнее. То есть ветки более светлые, они уйдут на дальний план, более темные ветки вылезут уже вперед. Но это я уже сейчас даже вот для этой работы я говорю лишнее, а так вот на будущее, если вы хотите нарисовать красивое эффектное дерево, то просто если вы будете вот правильно вот так вот двигать кисточкой все время от веточки и на отрыв вот так вот в края. Я сейчас, конечно, много делаю, да, что здесь и снегом будет накрыто, это столько не нужно. Можно вот чуть-чуть такими штришочками, какими-то такими неровными мазочками показать чуть-чуть кору. То есть так вот повозюкать кисточкой, отсвечивает, не все, не вижу. Так немножко, вот здесь не очень у меня такое. Вот, и я сейчас, наверное, еще немножечко сделаю потемнее вот эти вот прямо на переднем плане еще холмики снежные. Потому что, чтобы дерево так резко вот... Понятно, что у дерева темнота, да, коры другая, нежели у снега. Но все равно немножечко так вот приближу. И туда уже более жидким цветом. Вот тут у меня тоже не хватает плотности на дороге. То есть дорогу можно немножечко
подтемнить. Вот это уже работа сухой кистью, то есть я как раз беру, когда у меня краски мало, и вот, вернее, не краски, воды мало на кисточке, и я вот так вот легонечко-легонечко, то есть воды и краски, да, и я начинаю от пятна, где у меня много еще вот есть краски с водой, в то же время ее мало, и уже вот туда вот ухожу вдаль практически на сухую, то есть чтобы даже подчеркивается фактура бумаги, которой вы работаете. Ну, вот, в принципе, по основной, по акварельной здесь уже все. То есть, если бы это у нас была бы акварель просто без гуашь, это было бы очень плохо, да, потому что мы не оставили никаких белых, мы не продумали, что у нас здесь будет снег, потому что при серьезной акварельной работе это, конечно, все отрисовывается, это оставляется белым. Сейчас, правда, существуют составы накладывающиеся, да, и потом остается белый, то есть мы по ним рисуем, и остается белая бумага. Но, честно скажу, у меня этих составов нет. Я их еще не покупала, я все еще никогда этого не дойду. Я еще все по старинке вот работаю. Вот эта сторона у меня получилась хорошо, вот это я тогда вот зря так добавила. Вот сейчас хотя бы немножко для симметрии ее сейчас, то есть вот добавляю и такой полусухой кисточкой чуть-чуть растягиваю. Ну, давайте, может быть, даже сразу, вот у меня под окнами будет лежать снег, вообще по-хорошему так вот и снег тоже потом подтемнить, то есть здесь вот у меня будут подоконники, и вот, скажем так, под подоконниками будет тень, можно чуть-чуть там проложить тоже. Вот это как раз мы не делаем ровными линиями, да, если мы стараемся обвести ровно, то здесь мы делаем вот как бы так чуть-чуть неровненько. То есть даже вот можно немножечко кисточку, тоже вот такое движение, да, немножечко дергающееся. Так, ну и сейчас готовим белила. Это простая гуашь, ну, не простая, а титановые белила лучше всего, чтобы были. Их тоже лучше положить отдельно в какую-то палитру. Ай-яй-яй. Много их нам здесь не нужно будет. Разбавляем их, в принципе, как вот я с детьми рисую, я говорила, такие достаточно жидкие, почти как сметана, чтобы получилось. Но вот здесь вот, может быть, даже есть смысл взять кисточку поменьше, чтобы не накладывалась она очень большими слоями. Но вот для сугробов, например, вот этот вот размер может кисти и подойти. Значит, на сугробы я особенно не смотрю, где у меня там есть вот эти вот, да, вот темные мазочки, где у меня их нет. Я начинаю такими же вот закругленными движениями, то есть если вы, да, рисуете отсюда, то есть вы прикладываете кисточку, начинаете ей чуть-чуть вот так вот приподнимать, опускать и в это время прокручивать кисть. То есть в это время кисточка прокручивается. То есть это такие движения неровные. Если вы все сделаете вот такими вот ровными холмиками, будет не так интересно. Будет по-детски, скажем так. То есть чуть-чуть тоже вот кисточка как бы дергает, рука дергается, да, кисточка пляшет немножко. И в то же время рука немного проворачивает кисточку, чтобы вот эти вот пятна получились не одинаковые. Сейчас поменяю кисточку, а то слишком буду дальше много накладывать. Так, ну вот на дереве, да, это можно вообще создать вот здесь вот. Здесь можно было, кстати, и большой кисточкой. То есть тоже такими же движениями, прямо прыгающими. Здесь я уже чуть-чуть поменьше. То есть я сначала немножечко, ну, как будто вот снег лежит на ветке, да, на шапками такими немножечко. Даже вот окна немножко у меня прикроются. Можно еще представить, как будто шапки у нас где-то вот здесь, вот эти снежные, да, не только поверху обвести вот так вот, не обвести, а натыкать, скажем так, вот этими пятнышками, но и сделать еще какие-то такие полукруглые моменты внизу, как будто мы не дорисовали там веток, их не видно, да, но вот снег лежит на них. Можно, конечно, если совсем вот усложнить себе задачу, еще пройтись гуашью аккуратненько там, например, положить на вот эти вот места, да, вот чуть-чуть. Если где-то очень сделали толстую ветку, вот как раз вы за счет того, что там положите снег, вы ее зрительно уменьшите. Если вот получилось толстовато, да, то есть тоже вот здесь уже мы обводим, ну, почти так же аккуратно, как окошки, но все равно стараемся руку чуть-чуть покручивать и чуть-чуть
и подергивать. Можно добавить еще и белых веток. Но для белых веток тут надо разбавлять получше, получше прокручивать кисточку, то есть пожиже даже брать чуть-чуть краску. И вот тоже уже вертикально, абсолютно вертикально, если мы рисуем еще белые ветки. На домике у нас снег, да, лежит на вот этой части. Здесь мы тоже, знаете, я не обвожу, а вот здесь даже можно вот так вот боком ее положить и вот так вот прямо накладывать неровно, да, чтобы чуть-чуть он где-то свисал. Потому что если сделаем все одинаково ровно, будет нехорошо. То же самое вот здесь вот. То есть не выравниваю ничего. Здесь я особенно кисточку даже не прокручиваю, мне не нужно, чтобы это была тонкая линия. Как раз захватываю, беру достаточно густо. Вот если также вы будете брать для веток или там для травки, например, да, если в дальнейшем, то у вас будет все очень толстое. Можно чуть-чуть, как раз немножечко по-сухому снять немножко, так ее растрепать, тоже жалко кисточку, но немножечко, вот не всегда это получается, немножко положить снега. То есть вот припорошить, как бы если очень там темный, да, или вообще вот немножечко там эффекта снега на коре, на нашей. Сейчас еще сюда добавлю, что-то у меня какой-то очень, видно, жидкий снег. Гуашь очень жидкая. Тоже можно капельку вот так вот на, даже можно, знаете, вот здесь. Но здесь вы хотите больше сказочности, да, там больше проработки, то, конечно, тут вот чем вы больше сделаете, тем будет интереснее смотреться. Я вообще за более проработанные работы. Вот что-то у меня с гуашью, то ли это я клей набрала, а не гуашь. Она у меня не яркая. Не совсем титановая получается. Здесь, конечно, когда высохнет, тут надо было на самом деле сначала чуть-чуть крышу, а потом уже деревья. Здесь вообще вот у этой шапки, здесь даже можно ей потом, вот ее можно даже увести, кстати говоря, у меня такое большое дерево, а я его таким низким сделала. Здесь можно даже вот на эти белила потом положить немножечко розового или голубого внизу, то есть чтобы создать еще эффект тени у света. Ну и вот сейчас спасаем наши елки, да, которые полностью потерялись, то есть тоже не ровными движениями. Видите, у меня как рука пляшет. То есть я сверху накладываю вот этот вот снег. Иногда, если очень широкие вот эти вот остаются низы у вас, то можно чуть-чуть кончиком кисточки там добавить немножечко как бы иголок белых, вот по темным, если очень такие широкие. А так, в принципе, можно даже прикрыть снегом. И вот так вот мы прямо берем тоже вот пляшущими движениями. Малыши это у меня делают просто точечками. Я никогда не говорю обводим, кладем, вот именно как обвести снег, положить снег, да, вот именно обвести кисточкой. То есть не обводим, а делаем это точечками. А уже для профессионала это уже трясущимися руками. Тогда он будет более у вас естественно смотреться. Ну, вот в этой технике с белилами тут, конечно, если даже не получилось, можно перекрасить, потом еще, ну, как бы вот наложить много белил, потом еще подкрасить, иголки доделать. То есть здесь это можно. Можно, кстати говоря, акриловыми красками, да, если даже не то, что нету титановых белил, по крайней мере, акрил не будет потом не пачкаться ничего. То есть акварель, она тоже особенно не будет у вас пачкаться. А вот гуашь, она может больше пачкаться. Но если это под рамку, какой-нибудь подарок. Вот сейчас я уже балуюсь, на самом деле, даже порчу, наверное, добавляю эти иголки. Так, в принципе, все готово. Теперь осталось только побрызгать. Это у меня больше всего любят дети. Взрослые тоже говорят, что на раз побрызгаешь, и все сразу лучше становится. То есть мы жидко-жидко разводим белила. Очень жиденько. Вот сейчас лист опять изогнулся.
То есть очень жидко разводим белила, уже не до консистенции сметаны, а чтобы прямо как молоко было. Вот, держу за краешек кисточки, держу параллельно листу, чтобы именно параллельно было, без наклонов. Потому что если вы будете вот так вот брызгать, вы потом вот так вот можете шлепнуть на свою картину. Чтобы этого не произошло, держим кисточку вот так вот параллельно, набираем красочку и аккуратненько другой рукой, пальчиком вот так вот начинаем ударять. Ну, так у меня работают дети, то есть это вот этот набрызг снега. Взрослые могут держать вот так. То есть в руке и уже указательным пальцем, потому что у детей еще ручка маленькая, и у них не хватает вот этой вот длины руки, чтобы захватить кисточку и еще где нужно ударять. Так, ну, в принципе, работа готова. Вот мы набрызгали уже снега. Так что пробуйте. Мне будет очень интересно, если вы еще и пришлете работы, какие у вас получились, в группу ВКонтакте. Сейчас еще сейчас капельку здесь рассказала, что можно добавить немножко. То есть вообще вот тут под снегом, вообще это можно было сначала сделать голубым, немножечко накидать немножко вот этой вот основы снежной шапки. И уже потом положить снега. Вот, может быть, даже не голубым. Вот сейчас перевернула и вижу, что у меня вообще дверь не от этого дома. То есть она у меня, во-первых, не имеет тени. То есть свет у нас проходит вот отсюда. И здесь у нас все равно должна быть чуточка тени от двери. То есть немножко вот здесь вот положу такими штришочками немножко тень. Потом у меня летает забор. Да, то есть можно немножко тоже вот так вот легонечко здесь наметить таким полупрозрачным цветом. Немножко вот этой линии. Там-то вот не страшно, там вдалеке это все елками вообще закрылось у нас. А здесь, чтобы он, конечно, не прыгал, наш забор. Вот сейчас на двери хочется чуть-чуть добавить фиолетовый, но уже я боюсь, что у меня не ляжет, поэтому не буду добавлять. А вот на дороге чуть-чуть вот желтый, прям так, знаете, вот очень-очень жидко беру. У меня с другой стороны на палитре прям совсем так, знаете, прозрачно-прозрачно. И чуть-чуть добавляю вот сюда этот желтый. Можно положить немножечко, вот тоже будет ярче, на вот этот вот снег, который мы положили на подоконнике, но совсем легонько немножечко. Может быть, даже вот мне все равно яркий такой получается. Вот у нас луна светит, да, можно и сюда немножко. Вот здесь вот можно было немножечко подождать, когда подсохнет белила. У меня сейчас они ярковатые. Вообще, по-хорошему, это желтый, он даже может быть и, ну, не может быть, а должен быть на снегу. Вот если бы мы, например, маслом бы писали, там бы сразу брали бы желтый чуть-чуть с оттенком желтого, то есть желтым немножко. Потому что это все освещение. Вот здесь вот там даже, вот, например, окна светят и немножечко отсвечивают на снегу. Эти желтые окна. Может быть, даже попадают на краешки деревьев. Здесь многовато получилось. То есть это уже такие детали, которые, ну, человек смотрит, да, смотрит, как вот у него, чего нужно ему что-то добавить, не нужно ему что-то добавить, вспоминает, как это на самом деле в природе, да, в натуре происходит. В принципе, я сейчас на этом остановлюсь уже. Так, ну все, а то лучше враг хорошего. Так что желаю вам удачных картин. Рассказала здесь очень всего много. Опять меня будут ругать за длинное видео. Вот, но вот хочу, чтобы поподробнее
Если вы будете рисовать, повнимательнее именно слушайте, потому что, как правильно писали в комментариях, что очень важны нюансы. То есть это действительно очень важно. Вот так вот посмотреть со стороны и повторить, вроде кажется, все легко и просто, а то, как держать кисточку, да, как набирать краску. Вот это вот все внимательнее, да, слушайте, и тогда у вас будет все получаться намного лучше. А так желаю вам удачи еще раз, до скорых встреч. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и я жду вас на следующих своих уроках. Пока-пока! Пока.